Евгения – жительница Одинцова, работает в одном из детских садов и воспитывает 10-летнюю дочку. Вместе с другими подопечными Центра поддержки материнства «Мамина помощь» она получила в подарок продуктовый набор. Нам вот за время эпидемии уже на третий или в четвертый раз приходит помощь. В рамках акции «Помоги семье» команда Центра «Мамина помощь» собрала большой и разнообразный комплект продуктов. Крупы, растительное и сливочное масло, чайные наборы. Добавили яйца, мясо птицы, рыбу и колбасные изделия. Все это отправилось на стол 25 семьям нашего округа. Те семьи, которые оказались в очень сложной жизненной ситуации, сегодня получат наборы, продуктовые наборы. И я надеюсь, что это не последняя помощь, потому что желания и возможности появляются с каждым днем, люди отзываются. «Мамина помощь» – только один из примеров. В разгар пандемии в округе шла активная работа по поддержке жителей. Эта деятельность и сейчас объединяет десятки неравнодушных. И она обязательно продолжится. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».